Всем привет, это видео-версия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о первых шпионских фото нового Kia Rio. Kia Rio 4-го поколения готовится к обновлению. Об этом могут свидетельствовать шпионские фотографии рестайлинговой модели в кузове хэтчбэк, опубликованные порталом motor1.com. Напомним, актуальную версию Kia Rio представили на парижском автосалоне в октябре 2016-го. Предполагается, что презентация обновленной модели состоится в конце 2020-го, начале 2021 года. Прототип на фото плотно замаскирован, но даже так понятно, что серьезных изменений с грядущим рестайлингом можно не ждать. Скорее всего, рестайлинговая модель получит новую решетку радиатора в фирменном стиле, прозванном «Улыбка тигра», переработанные бамперы и задние фонари, которые по умолчанию станут светодиодными. Интерьер автомобиля заснять не удалось, но, как сообщает источник, внутри салона появится полностью цифровая приборка и новая мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. Более подробной информации пока не сообщается. На данный момент это все. Больше новостей вам всегда доступно на сайте tarantas.news. До скорого!